Югра относится к числу эндемических регионов, где угроза присасывания клещей крайне высока. Особенно внимательным и предельно осторожным нужно быть весной и летом, находясь на отдыхе в лесах, парках и скверах. Именно там чаще всего и происходят неприятные встречи с клещами. А они, напомню, могут быть переносчиками страшных болезней – энцефалит и боррелиоз. Если вы обнаружили на себе клеща, немедленно необходимо обратиться в лечебное учреждение, где специалисты осмотрят, удалят клеща так, как положено его удалить. Значит, клеща возьмут на исследование и перенаправят вас к инфекционисту. И уже по итогам исследования клеща, положительный он либо отрицательный, инфекционист решит, необходимо вам введение иммуноглобулина, привиты вы, может быть, были уже против клещевого энцефалита. Все это выяснит наш врач-инфекционист. Прививку от клещевого энцефалита можно поставить в любое время. Полный курс вакцинации – это две прививки с интервалом от месяца до полугода. Прививка защищает от тяжелых последствий и от смерти от клещевого энцефалита. Детей мы прививаем сейчас с трехлетнего возраста. Помимо индивидуальной защиты от клещей, бороться с переносчиками опасных инфекций помогают санитарные обработки территорий, которые проводятся в три этапа. В начале июня карицидную обработку уже провели во всех местах отдыха, работы и пребывания жителей. Сейчас завершается второй этап. Второй этап был начат 16 июня, то есть где-то в 20-х числах июля будет начат третий этап обработок. И также на сегодняшний день завершен второй этап ларвицидной обработки. Ларвицидка также состоит из двух этапов. Предстоит у нас еще во втором этапе барьерная дератизация. Будет подвергаться обработке селитебная территория периметра всех поселений, которые находятся на территории Советского района. В рамках этого приказа он будет проходить с 6 сентября по 3 октября. Несмотря на все вышеперечисленные меры профилактики, при посещении лесов, в парках и скверах необходимо соблюдать и правила индивидуальной защиты. Одеваться так, чтобы у клеща не было доступа к открытым участкам тела. Помимо этого, не забывайте пользоваться специальными акарицидными препаратами, которые наносятся на одежду и отпугивают клещей.